Всем привет! Привет! Вы на канале? Лиза. Что Лиза будет сегодня делать? Искать Испанию. Мы сегодня будем искать одну страну, в которую Лизик скоро поедет. Давай. А как она называется, эта страна? Испания. Это Испания. Ты там была разве в Испании? Да. Когда ты была? Что-то или... И что? Что-то и жили и мамой, и с папой, и бабушкой. Так это вы, наверное, были вот там в Скаймоле где-то? Нет. Нет? Так, наверное, поехали там в торговый центр в Киеве. И там и были. Там где-то была вывеска написана «Испания». Вы ж не летели на самолете? Да. Что да? Летели? На игрушечном, что ли? Нет. У тебя там самолетик Лего есть. То на нем летели? Может, ты много компота выпила и думала, что ты в Испанию полетел? Да. А так ты ж не... Может, ты не летала в Испанию? Летала. Ты точно не перепила компота? Нет? Так, хорошо. Ты, значит, летала в Испанию. Летела на большом-большом самолете, на большой высоте? А ты в окошко смотрела? Да? И что ты видела? Горы? Видела горы? В снегу. Да. Понятно, хорошо. Допустим, поверим тебе, что ты летала в Испанию. Если ты туда летала, то ты, может, нам покажешь, где эта Испания находится? Но для того, чтобы нам показать, где находится Испания, ты должна найти свою страну, в которой ты сейчас живешь. Украина. Украина. В какой ты стране живешь? Украина. В Украине ты живешь, умничка. А в каком ты городе живешь? Киеве. Как это называется? Глобус. Глобус. Что это рядом с тобой? Глобус. Что это? Глобус. Глобус. Это маленькая модель нашей планеты Земля. И здесь мы найдем сначала Украину. Потом Испанию. А потом Испанию найдем. Давай Украину. Давай. Где Украина? Я? Так. А тут. А давай отпустим. Видишь, он умеет сам крутиться. Как и Земля кружится, да? Да. Где моя Украина? Давай сейчас будем искать, где тут твоя. Сейчас. Хорошо. Слушай-то. Сейчас покрутим. Ой, описана Украина здесь. Вот там у тебя Украина написана, да? Далеко. Далеко, да? Да. Появляется перед тобой Америка. Америка. Северная Америка, да. Вот смотри, здесь Северная Америка, а здесь Южная Америка. Так, теперь появляется перед тобой континент Африка. Ага. Моя вот это. Украина твоя, Украина. Да? А давай сейчас посмотрим, где Испания. Вот Испания. Правильно, вот Испания. У нас земля горит голубым красивым цветом. Вот. Ух ты! Всем пока! Всем пока! Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Я люблю видео, смотреть не люблю. И подписывайтесь на мой канал. Мой канал самый лучший канал YouTube.
Умничка. А тут плавает рыбка. Там плавает рыбка? Вот скажи, вот все, что голубое на глобусе, это что, водичка или же земля? Голубое. Водичка. Не, это земля. Земля, это водичка. Ах, это водичка. Видишь, как папа плохо знает географию. Так, хорошо. А вот эти всякие кубики нарисованные, всякие такие фигурки, это воздух это, наверное? Нет. А что это? Это земля. Понятно. А я думал, что это воздух. Так, хорошо. А где же воздух тогда? Вот это воздух. А покажи, где Америка? Америка. Да. Я думаю, будем тут. Вот она, Америка. Вот Америка, понятно. А Европа? Европа. Европа.